Через полгода, в январе 1953-го, начинается новая, самая громкая кампания. Дело врачей. Подлых шпионов и убийц под маской профессоров. Как называет их газета «Правда». Эти светила советской медицины, оказывается, убили секретарей ЦК партии Жданова и Щербакова. И хотели извести других вождей и военачальников. Просто и доходчиво. Коварные евреи-врачи травят своих доверчивых русских пациентов. Арестовывают не только евреев, штатных сотрудников Кремлевки, но и ее консультантов, а это большинство видных медиков. У обвиняемых уже выбиты показания об их работе на империалистов. Ходят слухи, врачей будут публично казнить на Красной площади, а всех остальных евреев выселят в Сибирь. Теперь потревожены и знаменитости. В «Правде» заготовлено письмо еврейских звезд от Кагановича до Ойстраха с одобрением расправы и покаянием в буржуазном национализме. Знаменитый писатель и общественник Илья Эренбург отказывается поставить подпись и направляет Сталину личное обращение. Мол, вновь возникший еврейский вопрос разрешит только полная ассимиляция. Преданность огромного большинства тружеников еврейского происхождения советской родине и русской культуре может справиться с обособлением части евреев и остатками антисемитизма. Составлен новый вариант письма, примирительный. Про то, как советские евреи чужды сионизму. Но не опубликован и он. Сталина внезапно хватил удар, вождь умирает. Траурный митинг, посвященный памяти председателя Совета Министров Союза СССР, объявляю открытым. Сталин почти 30 лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов. Самый первый освобождают Полину Жемчужину. Утверждают, Молотов попросил об этом Берию прямо на трибуне Мавзолея, где они, сменяя друг друга, выступали со скорбными речами. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах. А еще через 3 недели реабилитированы все обвиняемые по делу врачей. Чуткий Эренбург уже осенью 1953-го пишет повесть про начало конца заморозков. Название даст имя наступающей эпохе – «Оттепель».